кнопку нажал, музыку поставил. Так, игра на месте. А это значит, я приветствую всех любителей понаблюдать за путешествиями Винвуда, а также Альтарии, Осриван, Руцио и Сарис. Сейчас компания такая. И я, как можно догадаться, продолжаю там, где остановился в прошлый раз, и иду в Ларвина. У нас сегодня хорошая очень погода для прогулки. Выпало много снега. Нормально так. Да, я шел, кажется, туда. Кажется, я шел туда. Что-то не так случилось. Напало на меня много нечисти всякой, да? Я не уверен, что я сохранился там, где надо. Ну ладно, с крысами-то мы уж справимся, я думаю. Думаю, даже в рукопашную. Да и с этой я пока сейвиться даже не буду. Ого. Мисс? Они делают мисс. Зачем вы делаете мисс? Сейчас я кое-что уточню. На всякий случай гляну, сколько у меня джувелей. Ну, о, у этого даже даймонд есть. Ничего себе. А что это так кучеряво живем? Сделаю армаменс, чтобы уяснить. Иду ли я все-таки туда в этот раз? Нет, я иду не туда в этот раз. Мне надо выйти на восток. И на ту дорогу, с которой я немножко отвернул. Но сначала придется размотать крысу. И она меня укусила. Неприятно. Так, идем на восток. Мой вудсток. Ты давай полечись немножко. Лечи себя сам называется. Так, Руцио не надо лечить? Или надо, подожди? А, вроде нет, непонятно. Не уверен, пишут ли там полные хитпоинты. Тут очень крысное место. Надо отсюда валить. Неплохо. Дело-то движется. Как минимум, в смысле, опыту. Вот, да, отсюда начал, и туда надо было идти. Тут еще в тот раз колдуна встретил с новым спрайтом. Вот это была новость. Это был бы номер. Как говорится. А есть ли тут, интересно, снег среди погодных условий? Вот сейчас уже скоро знаки начнутся на дорогах, я чувствую, да? Так, надо сделать сейв. На распутье. На двоечку, хотя надо было на троечку, потому что опасно. И идти дальше. Я думаю, стоит втопить на север пока что, держаться этой дороги. Идешь по дороге, она уж когда-нибудь куда-нибудь выведет. Только если не ходить по круговой дороге вокруг Лоронеса. Вот тогда. Во. Мы замечаем пост. На север это к станции Мунфилд, а на восток к Лоронесу. Но мне не надо. Ни туда, ни туда. Мне надо на запад. Да? Поэтому я туда и пойду. Такая полянка. Еще полянка. Наверное, это же самое. Не думаю, что тут есть какое-то жесткое разделение полянок.
Во, а сейчас, если повернуть на запад, как написано на знаке, мы попадем в Ларвин. То есть вот так и идти. Я думаю, это заслуживает даже сейва. В конце концов, вышли на круги своя. На свой круг. Живы, здоровы и даже опыта немножечко наковыряли. Вот и наш родной Ларвин. Хотел сказать Рернес, но нет, это Ларвин. А тут вор, что ли, нас ждет? Два вора. А они злые? Ну-ка, подожди. Я початюсь с ними. Они хотят смерти. Или денег. Prepare to die edition. Ну извините, ребята. Я сейчас на вас кислотой, а он на меня ножом, понятно. У меня есть какой-нибудь? Да нет, его лучше стукнуть. Да и ты стукни. Вот ты тем более стукни. И чё мы? О, и Джуву нашли. Вообще нормально. Ты глянь. Как по маслу. Чуть полечим его еще. Ее, извините. Ни в коем случае не хотел обидеть. Game delay. Click delay. Он слетает постоянно, эта опция. Если я нажимаю на мышку, то я хочу, чтобы сообщения оставались, пока не нажму на них снова. А на клавиатуре это не работает. Специально для удобства, я думаю, так сделано. И даже если не специально, то это удобно. Если я достаточно уже приноровился, чтобы нажимать все на клавиатуре, то мне не нужно останавливать сообщения и ждать, пока их прочитаю. А на мышке это вот для таких вот нубных случаев. Вроде боев, допустим, когда я хочу внимательно почитать, что происходит. Сейчас будем здесь шататься и говорить с людьми. Now I will ask people about stuff. Это поможет нам прогресс in the story. Ну, я так думаю. А людей нету. Который час вообще? Так это. Обеденное время-то скоро. Где люди? Люди, вы где? Вот там кто-то ходил, я видел. А что у нас здесь? Weaponsmith. Так. А давай-ка... Поглядим, может, что продать можно? Кстати. Да? У меня же что-то было лишнее. А, у него же топор есть. Он топором мне дерется вообще, подожди. Надо уточнить, это надо уточнить. Экзаменовать. Ого. А откуда у него топор тогда? Очень интересная концепция. Так, ну допустим, вот мой меч, я с ним хожу основным. Так, статы он такие дает. 4-1, 1-2. А топор? 6. А, я его решил поносить, наверное, для кого-нибудь еще. Но использовать его может только Винвуд. И он не всегда попадает, так что я ему оставлю пока меч. Понятно, продавать топор не буду. Посмотрим, что у нас по броне, может, лишнее есть. Нет, исключительно жиркин. Меховое. Вот это у него клевые какие-то перчатки нашлись, я помню. Сандалеты. Ну ладно, у него ничего лишнего нет. Я так понял. Продавать ничего не буду.
Так, вот у тебя, может, что-нибудь завалялось, то я не всегда успеваю увидеть. Когда мы что-нибудь лутаем, получается ли лут в итоге? Я не покупаю использованные стрелы. Оно и понятно. Забавно. Так, вот у кого-то были то ли тапки, то ли что, я вот помню. Во, у него сандали были лишние. Я их могу продать за... За 5 пиастер. Окей. Так, а у тебя, кажется, ничего не было уже. Хотя подожди-ка. Смотри, у нее кожанка. Так, это интересно. Сейчас мы поглядим тогда на это дело. Так, сейчас у нее роба. Блин, это нажал. Кромоменцы, экзаменовать. Армор. Роба может использовать только Винвуд и Осриван. Точнее, нет. Вот эту кожанку. Кожаный жиркин. Так, 0211. У тебя. Да блин, что так, что он выходит? А, я потому что нажимаю на центр экрана. Не надо так делать никогда. Экзаменовать броню. Во. 1, 2, 2. Пусть у него это будет. А у Осриван. У Осриван роба. Так, у робы 0,2,2. А я, наверное, дам ей этот Weather Jerkin. Потому что ее бьют часто. Armor класс ей немножечко не помешает. Так, сейчас мы трансфер сделаем тогда. Выберите персонажа, которому пойдет трансфер. Окей. Вот. Замечательно. Сейчас ты переоденешься у нас немножко. Во. Отлично. Ой, вторичную броню можно ей. Вот это интересно. Ладно, пусть так. Не уверен, что это дает, но кажется, ничего плохого от этого не случится. Все, лишнего у меня, значит, не остаться. Не осталось. Не должно было остаться. Ой, у нее вообще перчаток нет, да? Никаких тоже. Ну, это неудивительно, у меня мало у кого сейчас есть перчатки. Можно даже сейф опять сделать. Селест the game. Спасибо. Ну и пойдем гулять. А может купить что-нибудь? Допустим, бай. Так, что у нас тут есть по вепонам? Луки мне брать особо некому. Хлыст. Ну-ка, какие статы у хлыста? Я так и не увижу, да? Пока не куплю. Можно взять, смотри-ка. Цеп. Можно взять цеп. Дать, может, кому-нибудь из них. Дубинку. Дубинка стоит так же. И вилы еще есть, стоят так же. Вот такое себе. Вилы.
Ладно, пока не буду. Потом, если чё, там, ну... Ой, сколько тут всего, слушай. Так. Сколько стоит чешуйчатый доспех? О, нет. Нет, спасибо. Военный плащ, чтобы это не значило, тоже дорого. Шелковая тога сколько тогда стоит? Ну, чё-то... Будем считать, что это малые деньги в этом мире. Шляпки. Шляпки, шляпки, шляпки. Допустим, обычный шлем. Можно взять, думаю, кому-нибудь. Даже немножечко похаглить цену. Посхагливать цену. О, пойдет. Смотри, сторговались, но подешевле. Так, пока достаточно. Сейчас я буду примерять шлем. Сейчас сначала экзаменовать, чтобы посмотреть, кто его может носить. Так, у меня сейчас вообще вот эта шерстяная шапка. Абсолютно бесполезная. Зачем я ее ношу? Она АЦ-1 делает. А тут чем больше, тем лучше. Ага, шлем может использовать только Винвуд, понятно. Ну, неплохой, кстати. Я его сейчас надену. Выкинь свою эту шерстяную... Блин, шапку? Нет, не это. Во, я теперь в шлеме. Кайф. Итак... Шлем могу носить я. Могут ли тут маги носить, интересно, хоть вообще какой головной убор? Или он, типа, портит их магичность от этого? Отношения. Надо узнать. Сейчас узнаю. Сейчас сохранится. Давай, поехали. Мы за покупками пошли. Your game has been saved. Спасибо. А, Ксарис уж проголодался от всех этих наших походулек. Так, так, headgear. Ну, я думаю, вот эти шлемы вообще можно не предлагать. Шляпка. Чё-то я не знаю. Польза есть вообще в ней? Нет. Captain Helm. Кожаная шапка. Давай кожанки возьмем. Подешевле, подешевле сейчас торгуемся. Только слишком много просите за такой себе предметик. Заявляет Винвуд кузнецу. Сейчас на 180 торгуемся. Отлично. А, нет, он все-таки на 220 перебивает. Ну, пойдет. Я чуть-чуть жопится. Дам ему 112. 119. Пойдет. Хватай свои 119. Сейчас примерим шапчонку Ивановну. Экзаменовать. Ну-ка. А, это у него все еще, точно же. Weather hat. Ноль вообще, тупо ноль всего. По нулям. Бесполезная фигня. Надо ее продать. Сегодня день покупок, я понял. За сколько я смогу продать? За 30 денег? Господи, ну ладно, хоть чуть-чуть вы вернули. Так, перчатки. Нет, не то. Надо покупать. Перчатки. Во! А у меня какие-то есть, кстати. У меня какие-то есть. А если выберу тебя, тебе не будут показывать? Какие ты... Во, да, смотри, отлично. Тут показывают... подсвеченными, какие я могу использовать.
накусил гловсы. Что-то я чувствую, никаких статов у них не будет, ладно. Футверы. Сандали-пумпы. Нет, думаю, это бесполезно все. Ладно, этот магазин нам больше не интересен. Хотя, подожди. Нет, шлем больше никому не пойдет, это же уже глядел. Сейчас главное людей находить. Тут что-то нету людей. Я пришел сюда общаться. А тут только воры. Ну, получите немножечко кислоты, что ли, господа воры. А ты давай поатакуй. Вор кидает кинжал в Альтарию. Это плохо. Альтария отомстит ему ударом, не попадет. Не, хотя, кстати, дилей по кликам и нажатиям работает, даже если на клавиатуре нажимаю. Окей, неплохо. Клириканская сфера появилась. Ладно. Зелье какое-то нашли. Руцио нашел зелье. А Сарис подвинулась на 5-й уровень. Так, какое у тебя зелье? Хил 4. Тебе сейчас это не надо. Тебе надо сейчас обколдовать Альтарию со страшной силой вообще. Налечить ее до ужаса. Еще разок. А потом еще разок. А Сарис надо поесть. Изголодалась, бедняжка. Маленько. И еще разок. Все, а ты поешь. Консумируй еду. Савы. Савелия делаем. Что-то в городе сегодня запустение. Все сидят, хикуют. Только воры ходят. Что с них проку? С этих бандитов. На всякий случай потыкать в стены еще по пути. Никогда не помешает. Ну, там какое-то заведение. Давайте заглянем. И это у нас банк. Банкоинные кэшевые колдуны. Нет, спасибо. Это я нет. Пока нет, пока не стану этим заниматься. О, человече. Давай пообщаемся хотя бы с тобой. Попросим его о помощи. Нет причин помогать. Ты плохой, обычный человек. Ты недобродетельный, недостойный гражданин Ларвина. А я напоминаю, что мы ищем в основном файтеров, потому что Винвуду пришло озарение, что нужно искать файтеров и общаться с ними. И спрашивать их о хинтах. Это не воин вообще ни разу. Это что за заведение, кстати? А, гостиничка, Лич Инн, понятно. Не, спать мы тут пока не будем.
Хотя название очень привлекательное. Не могу себе, конечно, в этом отказать, в признании его привлекательным. Ого! Жесть! Офигеть! Что за партия убийц нам встретилась? 4 убийцы, 5 грабителей, 4 вора, 5 дождевых ведьм в 4 ярдах и еще 3 черные ведьмы в 12 ярдах. Тупо валим, тупо валим. А можно спрятаться, кстати? Не получается. Не-не, это тупо побег. Не получилось убежать. Бой неизбежен. Жесть. Вот это вообще никого-никого, да, два вора, а потом такая организованная группировка. Мафия выехала, блин. Жесть. Что мы можем сделать? Ничего мы не можем сделать. Блин. Ну ладно, надо как-то тащить. Невозможно, конечно. Не думаю, что это вообще возможно. Нам нужно, во-первых, спид на патинок ставить. Но мне ничего не поможет. Ну, Серый, ты глянь на эту бандитскую кучу. Это Unreal. Вор кидает кинжал, убивая Руцио. Это жесть. Дождевая ведьма хурлит магическую орбу на Винвуда. Тоже мало приятного. Вообще никаких шансов. Никаких. Ноль. Тупо ноль. Тупо бан. Но мы не сдаемся, мы гордый варяг. Снова я пойду в эту местность. Они опять здесь, серьезно? Я думал, это как-то, ну, типа, случайно. Эй. И опять не получилось убежать. Нет, это ничего не даст. Избиение. Натуреальное избиение. Не, ну надо уже что-нибудь, просто что-нибудь нажимать, неважно что. На единичке просто понажимаю, чтобы атаки проходили. Ну, если до меня еще дойдет очередь. Если хоть кто-нибудь выживет. Винвуд держится. Но недолго. Never say die. Все, туда я не пойду. Ну их нафиг. Ну их в пень. Пень-колоду, так называемую. Ну и совсем уходить из этих мест я пока не хочу. Я тут погуляю. Тут же есть где гулять.
Да, надеюсь, да. Не больно-то. Но погуляем. Уж время такое неудачное, бандитское время. Взломщик и педлары. Ну, по-моему, они хотят битвы. Я прям вот чувствую. Хотят битвы. Шпел на бурглара. О, они не хотят биться. Ну, если не хотят, то что уж поделать. А дизенгейджнуть я уже не могу, кажется, да? Убегает один. А этот не хочет биться. Да я тоже не хочу, я буду защищаться. Сейчас за защиту всех уведу. Вот, и сейчас мы можем уйти. Все нормально. Мы разрешили ситуацию. И нашли кристалл. Даже в плюсе остались. Party. Так звали собаку ежи. По-моему, тут опасно будет на троечку сейвиться. Еще и дождь этот вечный. Звонкой пеленой наполнил небо. Какой это дождь? Я не знаю какой, потому что он тут точно не майский. Ой, ой, там воры какие-то ходят. Попытаемся их обработать. Они какие-то маневры совершают, ну их нафиг. Ага. Ну-ка, посмотрим, захочет ли он вступить с нами в бой. Нет, возможно, я тогда захочу. Или все-таки нет? Нет. Теперь они хотят битвы. Надо было не трогать их. Но уже поздно. Поздно уже не трогать, когда тронул. Так, ты, наверное, можешь сделать, знаешь, что, ослабить их на пятерочку. Так, отлично. Все поддались заклинанию ослабления. Так, вор попытался что-то стащить, но у него ничего не вышло. И это хорошо. Так, ты можешь сделать паралич. Так, один отразил заклинание. Остальные парализованы. Отлично. Так, ты у нас что умеешь делать-то, кроме лечения? Ничего полезного. Бей. Отлично. Так, этот все еще в параличе должен быть. Отлично. Люблю, когда бои, знаешь, завершаются в мою пользу. Давно такого не было. Во, 2000 пиастер, ну клёво. И у Руцио 5 уровень. Мы молодцы. Но тут все еще опасно. Too bad there's no civilian people to ask stuff. Потому что я шел именно за этим. Окей. Не важно. Уже не важно. Мы занимаемся обычной городской деятельностью. Истребляем воров. Вегеланствуем. Вегеланствуем, извините. Перепутал буквы. Что? Виджил. Вот это вот. Зачем это? Ну зачем ты бьешь доброго человека? Плохой человек. А если я кислотой на тебя? Тебе понравится вообще, нет?
Смотри, ему не понравилось. Один даже умер от этого. И кто-то стащил у меня немножко денег. И еще стащил немножко денег. А этого мы зарубим в отместку за наши деньги. Мы победили врага. И будем сидеть в строке. Сколько у меня денег? Так у кого деньги вообще? У тебя деньги? У тебя было больше. Эй. Блин, было больше. Они стащили больше, чем я получил. Ух, несправедливость. Гнет. Гнет в смысле и существительного, и глагола. О, колодушка. Привет, дорогая. Давай пообщаемся. Как тебя зовут? Меня зовут Винвуд. А меня Вавон. Это интересно. Мне кажется, что ты знаменитая магическая искусница. Так ли это? Да, и одна из величайших магинь. Ну, что ж ты сразу не сказала? Я попытаюсь тебя тогда очаровать. Нет, ты не сможешь этого сделать. Конечно-то, я отшучусь после этого. Очень смешно. Я хочу спросить тебя о помощи. Нет причин помогать? А подсказочку мне дашь? Ну, извини, нам, думаю, не по пути. Нам больше не по пути. Хотя это могло стать отличным знакомством. Мы понатащили денег, блин. За что вообще? Что им сделал? Главное не заходить в тот закоулок. Это я помню. Камонер пока. От камонеров нет никакого. Говорить с камонерами — это не есть проявление common sense. Но тут только они. Ладно, походим по мостам. К тому же тут еще и закрытые домики всякие. Два каманьора. А где же все нормальные люди? Ну вот одна только колдушка взялась. Чародейка. Гильдия умирающих теней. Ну, мне советовали не пользоваться услугами гильдии в первом городе, и я последую этому совету. Not effective. Использовать гильдии в первом городе. На всякий случай еще в стены похожу. Вуры. Окей. Давайте попробуем. Дофига воров. Возможно, есть смысл спрятаться самца. Ну, я не знаю, можно ли это сделать в узком коридоре таком. Нет, конечно. Убежать? Да, получается убежать. В общем-то, неплохо. Не худший сценарий, как мне кажется. Демиенская гильдия. Тут много гильдий, и все они не очень помогают. Вспомогают, конечно, но потом узнаешь, что гильдии в других городах делают то же самое, но лучше. Вот у меня есть немножко метазнаний, к сожалению или к счастью, и я могу ими пользоваться. Ну, я уже неизбежно ими пользуюсь, хочу этого или нет.
Когда же нормальные люди выйдут погулять? Ну, кстати, чепель. Здесь можно задешево полечиться. Так, Альтаре не надо лечиться, хотя я ее не нажал. Да, сейчас можно. Тебе надо? Тебе тоже можно. Копейки, почему нет? Ну нет, этих уже не буду. Этих может полечить Осриван. Осриван. Сейчас это она и сделает. О. Тут сильно-то и не надо лечить. Вон. Сейвиться пока не буду, потому что последний сейв был до боя, где мы потеряли кучу денег, мне кажется. Поэтому я на всякий случай, так знаешь, ожидаю, что меня жахнут. Я загружусь оттуда. Блин, так не хочется вот это вот риски опять терпеть. Ну давай попробуем. Ага, они пытаются оттянуть деньги, у двух не получилось. Ни у кого из них не вышло. Поэтому я ускорю пати для начала. Чтобы у меня было больше шансов среагировать, сдействовать. О, у них не получилось. А, у одного получилось стащить деньги. Плохо. Так, ну ты... Давай фирворд, блин. Напугаем их. Вот тех, что подальше. О, их с ума свел страх. Это, возможно, не очень хорошо. Но мы парализуем их, на всякий случай. Отлично. Так, ты лечи. Все еще. Клириканскими сферами своими. А, ого, не пробил. Интересная концепция. А как бы оттуда уйти, а? Может уйти как-нибудь нафиг? Ну ладно, я уже начал. Так. Минус один. Так, сейчас будет еще минус один. Найс. А эти пока парализованы. Должны быть. По идее. Есть. Как она есть. Сэрис нуждается в лечении. Помоги. Ой-ой-ой, это ей не помогло. Надо было бить, блин. Блинский. Говно. Не вышло то, что хотелось. Ну вот, ему 11 хп даже не хватило для того, чтобы выжить. Окей, сейчас пойдем искать вот опять этот чепель. Сколько стоит ревайвнуть? Ну, кстати, не так дорого. Мы немножко подняли денег. Почти восстановили то, что у нас было украдено. Ну и вроде на плаву пока держимся. Плюс становимся крепче. Ну и враги, судя по всему, тоже. Мне кажется, что враги тоже крепко чают. А это не есть good. Мне не нравится, что это происходит. Так, Осриван, пожалуйста, полечите у нас остальных. Ой, у него уже макс хп. Но это и дало уровень, что тоже неплохо, в общем-то.
Она восстановила от этого ману? Нет. Но у нее просто стало чуть больше. Думаю, можно даже сейв сделать. Все-таки. Не противиться судьбе и сделать сейв. На двойку. Тут уже не очень опасно. Ну, не так, как там, где была тройка. Относительно. А как она называется, кстати, надо запомнить. Broken Bone Place. Place. Неплохо. Часовня дворца сломанной кости. Не знал бы, что они заранее все существуют. Всегда одни и те же. Подумал бы, что это рандомная генерация такая смешная. Это просто немцы такие смешные. Названия придумывают. Dying Shadows, не. Нет, спасибо. Где же воинов-то искать, а? Бойцов, точнее. Чуть никого нет. Что за прикол вообще? Город в запустении. А там кто? Там кто-то был, подожди. Коммонер, поди. Нет, но не сильно лучше. Опять колдушка. Не удивлюсь, если та же самая. Вы на мосту отчаяния. Это обычные горожане. Тоже ходят в тречка по мосту отчаяния. Варлокский паб. Клуб, точнее. Окей. Думаю, можно поесть. Ланч. Что? Жареная кошка? Серьезно, здесь жареная кошка и собака. Ну я коки поем. Поем коки. А чё так дорого, погоди? Давай не. А кошка сколько? Кошка дороже. Блин, а собака? Собака дешевле, чем кошка. Ягненок. Примерно как яйца. Бифштекс. Примерно как кошка. Пицца дешевле всего, похоже. Я, наверное, пиццу съем. Или пимикан. О, пимикан лучше. Или салатик. 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 Все едим салатик. Ребята, угощаю всех салатиком. Right away. Хочу салатик. Так. А я хочу пимикан. Ну ты эстет, конечно. Любитель изысканных пищей. А я салатик. Говорит Сарис. Это недавно умерла? Ничего тяжелее салатика пока мне не рекомендуется. А когда мы полтыщи всрали на поесть, понятно. Рационы. Сколько мы можем купить рационов, так что... О-о-о-о, что-то дорогие рационы тут. Да у меня пока и есть вроде, но я все равно возьму немножко. Блин. Эй, странник. Давай-ка нам бутылочку, а тут нельзя вот угостить, к сожалению. Можно самому только выпить. Но Винвуд походит тут немножко, посмотрит, поспрашивает. Он для этого покидает пати. А мы тут просто постоим. Я хочу кое-что проверить, кстати. Так, сейчас я смотрю на время. 14:37. Я захожу внутрь. Жду немножко здесь. 14:37.
Хочу проверить, идет ли время, пока я в заведениях. Оно тут не очень быстро идет. Помнишь, как мы гуляли целую ночь? Гриндили крысы, змей. Гуляли всю ночь до утра. Видели ночь. Но сейчас, мне кажется, прошло нужное количество времени. Почему Сэрис так мало? А, да, она же умирала, да. Так, сколько? Который час? Да, время идет. Отлично. О, инфо. Кстати, инфо-пати посмотрим. Винул сейчас не в пати, потому что он вышел погулять. Интересно. Я не уверен, нужно ли ждать у этого места же, где он находится. Ждать внутри, или можно вообще куда-нибудь пойти гулять, и персонаж сам вернется. Ну я подожду. Подождем, и на этом уже заканчивать можно будет. Не смог поговорить сегодня ни с кем из тех, с кем хотелось бы. Но мы уже хотя бы там, где я смогу это сделать. С некой вероятностью. Потому что не исключено, что никогда ни с кем не поговорю тут и не пройду ничего. И буду только постоянно и постепенно набирать опыт и балансировать на грани банкротства. Че под дождем стоять? Пойдем внутрь. Ждется. Кстати, стоп, там же писали месяц, да? Ага, апрель все-таки, не майский. Все-таки пишут месяц. Ну где же там Винвуд? Винвуд, вернись. Винвуд уже, наверное, вот тут вот. На столе лицом валяется. Его какой-то усатый мужик лысеющий толкает. Винвуд, давай поднимайся. У нас тут еще ничего не допито, а ты уже напакостил вот тут на столе. Видишь, желтую лужу. Чисти, чисти давай. Нет, не чистит. Спит. У него случился сон разума, сон всего человеческого, сон всего. Не видит сны, просто отключен, как будто и нет его. Для него самого его и нет. Он есть только как тело, мешающее для внешнего мира, для всех со стороны. Хорошо, что в камин не упал. Он меня тут картину перекосил, такой рукой что-то опирался о стену, пытался дойти до бочки, стоящей вот здесь, посередине экрана, но не смог. Пытался подкатить вот кому-нибудь из этих людей, и как минимум один из этих людей, возможно, является дамой. Тут... Не все понятно. Ну да, он как минимум до суда дошел, потому что еще тут стул опрокинутый еще.
Табуретка. Пока осмотрюсь немножко так. Ну-ка, что быть, если я ее отправлю гоураундить? Можно? Не сегодня такая. Сегодня я не пойду. А точно время идет, когда я внутри? Давай. 15-16. Подольше постоять, а то вдруг я вот захожу, выхожу и типа 5 минут проходит. Или наоборот, если я выйду пораньше и время изменится меньше, то значит оно все равно. Да, это так и работает. Ну давай сидеть тогда. Ждать Винвуда. Прощелыгу этого. Куда делся? Слышь? Винвуд Васильевич. Также известный как попаданец в никуда. Попаданец на пятую точку. Попаданец в приключения. В прошлое. Ой, какая успокаивающая, убаюкивающая музыка. Где же Винвуд? Винвуд, вернись. Винвуд, я жду тебя. Хоть сагу Аньяли продолжай читать, пока его ждешь. Ну и богу. Давай так и сделаю. Пока я его жду, почитаю сагу Аньяли. Чем не стоит, да? В конце концов. Сейчас ее открою. У меня все в закладках. Все схвачено. Так, остановились мы на пятой части. Жил человек по имени Атле. Он был сын Ярла Арнвида из восточного Гаутланда. Он любил воевать, и его корабли стояли наготове в озере. Тут стоит ссылка. Примечание. Озеро Миролен имеется в виду, то, что в Швеции. У него было 6 кораблей. Его отец не уплатил дани Хакону-воспитаннику Альдастейна и бежал с сыном из Ямталанда в Гаутланд. Атли вывел свои корабли из озера через пролив Стоксунд, направился на юг в Данию и стал в проливе Эйрасунд. Атли был объявлен вне закона как датским, так и шведским конунгом. Хрут направился на юг, в Эйрасунд, и, войдя в пролив, увидел там множество кораблей. Ульф спросил: «Что прикажешь делать, исландец?» «Плыть вперед», — сказал Хрут. «Попытка не пытка. Мы с Ацуром на нашем корабле пойдем первыми, а ты плыви, как сам знаешь». «Не бывало еще такого, чтобы другие были мне щитом», — сказал Ульф и поставил свой корабль борт-оборт с кораблем Хрута. Так они и поплыли вперед, вглубь пролива. Те, кто был в проливе, увидели идущие на них корабли и сказали об этом Атле. Тот ответил: «Удобный случай поживиться. Убирайте палатки и готовьтесь к битве на каждом корабле, а мой корабль будет посередине». Корабли понеслись вперед. Когда они сблизились на расстоянии голоса, Атли поднялся и сказал: «Очень вы неосмотрительные. Разве вы не видели, что в проливе боевые корабли? Как зовут вашего предводителя?» Хрут назвал себя. «Чей ты человек?» — говорит Атли. «Дружинник конунга Харальда Серая Шкура». «Давно уже норвежские конунги нас отцом недолюбливают», — сказал Атли. «Тем хуже для тебя», — говорит Хрут. «Встреча наша с тобой кончится так», — отвечает Атли, — «что тебе и рассказать о ней не доведется». И, схватив копье, он метнул его в корабль Хрута, и оно сразило одного воина. Завязалось сражение, но справиться с кораблями Хрута оказалось нелегко. Ульф храбро сражался, рубил и колол направо и налево. Воина, который стоял на носу корабля Атли, звали Асульф. Он вскочил на корабль Хрута и уложил 4 человек, прежде чем Хрут заметил его и пошел на него.
Когда они сошлись, Асальф пронзил копьем его щит, но тут Хрут зарубил его секирой. Увидев это, Ульф немытый сказал: «Здорово ты рубишь, Хрут, видно, немало ты задолжал Гунхильд». «Боюсь я, — говорит Хрут, — что ты говоришь устами покойника». Тут Атли заметил у Ульва незащищенное место и пронзил его копьем. Началась жестокая сеча. Атли вскочил на корабль Хрута и врубился глубоко вперед. Эцур обернулся к нему, метнул копье, но сам упал навзничь, раненный чужим копьем. Тогда Хрут повернулся к Атли. Тот немедля ударил секирой в щит Хрута и расколол его сверху донизу. Кто-то камнем попал Атли в руку, и он выронил меч. Хрут подхватил меч, отрубил им Атли ногу, а затем нанес смертельную рану. Они взяли богатую добычу и увезли с собой два лучших корабля. Они там оставались ненадолго. С Соти они разминулись по пути. Соти вернулся в Норвегию и, приплыв в Лимгардсиду, высадился на берег. Там он встретил Эгмунда, слугу Гунхельд. Тот сразу же узнал его и спрашивает: «Ты сюда ненадолго?» «На 3 ночи», — говорит Соти. «А потом куда?» — спрашивает Эгмунд. «На запад, в Англию», — говорит Соти. «И больше никогда не вернусь назад, пока в Норвегии правит Гунхельд». Эгмунд поехал оттуда Гунхельд, пировавший неподалеку со своим сыном Гудрюдом, и рассказал ей о намерениях Соти. Она сразу же попросила Гудрюда убить его. Гудрюд тотчас поехал и, напав на Соти врасплох, велел отвезти его на берег и там повесить, а добро захватил и отвез матери. Она послала людей доставить все захваченное добро в Конунгхеллу, затем поехала туда сама. Хрут, захватив много богатой добычи, осенью направился назад. Он поехал к Конунгу, и тот хорошо его принял. Он предложил Конунгу и его матери взять из добычи, что они хотят, и Конунг взял себе 1/3 всей добычи. Гунхельд сказал Хруту, что отняла у Соти наследство, а самого велела убить. Он поблагодарил ее и отдал ей 1/2 добра. «Винвуд, ты где?» Что-то долго его нет. А если мы его подождем здесь? Подождем. Ну, 6 часов, я думаю, вообще нормально. Так до вечера дотянем, потом уже в какую-нибудь таверинку завалимся. Надеюсь. Пати спит. Вообще, это очень такая размеренная игра, знаешь, и совсем не обязательно сохраняться каждый раз. То есть можно вполне себе позволить, ну, не сохраняться, допустим. Когда случается что-нибудь неприятное или ничего не случается вообще. Так, у кого свет был? У тебя? По-моему, был Руцио, но я сейчас что-то как-то не увидел. А, вот, ну YTM, точно. Винвуд куда-то запропастился. Не понимаю, куда. Что-то странное дело. Вы тут Винвуда не видели, ребята? А то я что-то не видел его уже давно. For how long Winwood can be out of party? Я могу начать волноваться? Давай походим тут вокруг. Что делать? Ну или уже можно закончить и не сохраняться. А, сохраняться же придется, блин. Точняк. Но можно не сохраняться. Можно, знаешь, так, хоп. Пэмц и закрыть. Жестоким образом. Без сейва. Но нет, так нельзя. Думаю, так не пойдет. Мало ли что сломается. Тем более я не вспомню, куда мне загружаться. Да, давай нафиг, короче, это все.
Game load 2. Все, и заканчивать. Уже за час перевалили. Квит. Да, мы квиты. На единичку. Как всегда и бывает. А на этом будем заканчивать. Я благодарю всех, кто походил сегодня со мной Винвудом Альтари, Осриван, Руцио и Сарес. Помогли, под дождем походили. Ну и все. До свидания. Я.